На проект я пришла с проблемой лишнего веса после родов и с большой проблемой, которая меня волновала с 15 лет, это псориаз. Как правило, врачи говорили, что псориаз – это неизлечимое заболевание, и поэтому вам на протяжении всей жизни придется просто придерживаться определенных диет, соблюдать, соответственно, правильное питание, режим, и все-таки он, конечно, будет угасать. Но не тут-то было. Было все совсем по-другому, и до 27-28 лет уже, на данный период, он меня, постигал до тех пор, пока я не пришла на проект. А на проекте были колоссальные изменения, соответственно, падал лишний вес каждую неделю и начала принимать продукт, очень хороший, Coral Detox. Благодаря Coral Detox, я вам скажу честно, что я избавилась от псориаза. То есть все те покраснения, все те пятнышки, которые меня очень сильно долго мучили, они ушли. Я могу сказать, что я вполне здоровый человек, живу прекрасной жизнью, являюсь мамочкой троих замечательных детей, любимой женой, и ни о чем не пожалела. Муж начал замечать, что меняюсь на глазах, соответственно. В плане гардероба вообще все поменяли, то есть он рад не нарадуется тому. Конечно, говорит, продолжай дальше, пусть оно совершенству нет предела, говорит, совершенствуйся, сколько ты можешь.